после этого горького вступления поехали. Смотрите ли Егору. Дело в том, что был вопрос о совместимости, и я самое умное письмо помещаю здесь. Переношу на вебинар. Значит, смотритель отвечает Егору. Абрикос лучше совместимость с абрикосом, дерево на дерево. Все остальное лотерея. Красота. В ваших краях растет оплатунь, а у меня нет. У меня растет терн, я на него привал от безысходности на первых порах. Я, кстати, железу привал на сливу от безысходности на первых порах. Оплатунь не растет. Скажу больше, у меня многие вещи. Привозные саженцы известного нам садовода не растут долгие годы или погибают сразу в первую зиму. А где же он тот известный садовод их брал? А вот привитые черенки от железа на местный подвой, все растут, еще растут саженцы от Сергея Железова. Потому что там абрикос на абрикос, груша на грушу, без фокусов. Так, важен каждый градус морозостойкости и зимостойкости. Где-то на юге можно подвое разное пробовать, экспериментировать. Оплатунь, вишнецепной, помеселекта лучу, а у нас матушка зима таких фокусов не прощает. Выхода два. Самому прививать или покупать саженцы Сергея Железова. И вот интересно вот это вот. Кстати, надо бы Сергею попробовать линию культурных сибирских абрикосов на сеянце жердели. Надо бы. Анекдот про слона, помните? Съесть он всех, кто же ему даст. Чтобы вот. Показывать снова то, что это. Это огромный труд вот за этим стоит. И вот это, кстати, вот это вот. Где они тут? Вот это вот. Это уникальнейшие вещи. Вот эти самые уникальнейшие подвои. Подвойнее не бывает, уникальнее не бывает. Каждый из этих саженцев должен был переехать в научный сад. Когда-то же они должны начать работать. Так, ладно, проехали. Теперь смотрим сюда. Потом вы обратите внимание, что он посоветовал покупать саженцы у Железова. Дальше будет критика Железова. Пойдем дальше. Вот это вот я почему показываю. Снега задержанием занимаюсь, когда дерево избавляется от снега, только чтобы выжить. Это только, знаете, я выбираю такие примеры, их тысячи. Вот так вот, когда у меня вот таких, у меня таких фактов уже десятки, сотни. Вот, я написал, нужна книга, название «История одного преступления». Вот это преступление на моих глазах за 30, ну почти за 40 лет уничтожали деревья саяногорцы благодаря вот вам. И у меня созрела такая идея. Я могу такую книгу создать. Это действительно это самое. Но за границей мы не нужны. Помните, я вопрос задавал гостевой? Или тут, не помню. Значит, кто может перевести книгу на английский? Там на такие же, как я, такие же людей, тысячи собираются в залах, да? И книги миллионными тиражами. В Германии, в Польше, в Болгарии. Помните эти самые? Я как-то показывал, на кого ссылаются наши колечи деревья. Помните, там была Болгария, Молдавия, Германия и еще какая-то иностранная страна. Вот. То есть эта книга, она могла быть всепланетной. Потому что и когда эту историю делаешь, попутно показываешь, как надо делать. Вот такую книгу я могу создать за один месяц. У меня их материалов-то. У меня самое уникальное на всей планете этот как архив. Такого больше нет в природе.